Выбор этого действия активирует финальный скрипт. Убедитесь, что воплотили в игре все, к чему стремились, и завершили все сюжетные ветки на желаемую концовку. После выбора этой опции любые изменения не будут иметь силы. Продолжить? Вау! О, блин! Вау! О, блин! О, вау! Так, погоди, надо подумать, надо реально подумать, все ли я сделал. Так, внезапно, сценаристы написали мне, что, скорее всего, сегодня будет то, чего я вообще не ожидал увидеть в сюжете. Всем привет, дорогие друзья, я Лололошка, это новое поколение. Давайте выясним. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лололошка, добро пожаловать в новое поколение, где мы действительно приближаемся к грандиозному, возможно, даже финалу. Мир продолжает заражаться, и впервые в прошлой серии начали появляться радиоактивные отходы, которые отравляют и убивают. Без спасательного амулета дышать невозможно, на нас постоянно действует отравление 4 уровня. Абсолютно все сюжетные персонажи, которых можно было спасти, спасены, каждому отведено место в карманном измерении, докуда заражение никогда не дойдет. Но что теперь, к чему мы пришли? А пришли мы к главному событию сезона. Пора остановить разрушение мира. Пора остановить главного злодея Варнера. Но внимание, внимание! Перед этой серией сценаристы написали, что решили жалиться надо мной. Как оказывается, спойлер, на весь сюжет осталась всего лишь одна пасхалка. И если сейчас я ее не активирую, то возможно не успею вообще. Да, в первом томе было 10 пасхалок, во втором томе было 15 пасхалок, а в третьем томе оказывается 5. 4 из них мы уже открыли. И прежде всего надо поспать, поубивать, поубирать и ресурсы позабирать. Да-да-да, прямо сейчас меня бьет, потому что в инвентаре находится наругаморюм, то самое радиоактивное вещество. Но мы соединяем с защитным экраном и получаем противомагическую конструкцию. Подсказали мне примерно следующее. Вспомни, с помощью чего ты снимал синий амулет Блэка. Тот самый синий амулет, который невозможно было снять, и тот, который мешал телепортироваться в разные локации. Чего? Я не могу к нему телепортироваться? А какого фига происходит? А с помощью данной конструкции по сюжету амулет наконец-то начал разрушаться. Попробуем заюзать то же самое на зеленый амулет, антирадиационный. Забираем, используем. Серьезно? Ну как я должен был до этого догадаться? Ну это невозможно, это такая дурацкая пасхалка, вот без шуток, без помощи сценаристов я бы никогда до этого не допер. Видимо, они сами это поняли и поэтому подсказали мне. Система оповещения игроков, поздравляем, вы обнаружили 5-ю пасхалку. Соберите каждую из них, чтобы открыть послание разработчиков. Подсказка номер 5, владыка пространства, запомните это кодовое слово. Опа, так, тихо, погоди, где табличка? Ладно, заберу эту. Так и напишем, владыка пространства. Готово. Возможно, в будущем оно сыграет свою роль. Похоже, вы собрали все пасхалки. Поздравляем, сверхсекретное убер-послание разработчиков разблокировано. Чтобы прочитать сверхсекретное убер-послание, откройте один из сундуков у вас дома. Не этот, не этот. А, погоди, то есть, вот этот? Не этот. Вот этот? Не. О! Вы истратили лимит попыток прощения сверхсекретного убер-послания. Сверхсекретное убер-послание отныне будет доступно в финале любой концовки. А, ха-ха, ничего себе, как они продумали. О, погоди, стоп, на меня резко доперло. Так вот, почему они надо мной жалились. Доступно в финале любой концовки. Финал близок. Вершитель правосудия, владыка пространства и повелитель времени. Запомнили. Хотя ладно, на всякий случай сфоткаем. А теперь, когда все сюжетные персонажи спасены, надо понять, что же делать. Стоп, что? Какого черта Блэк здесь? Он же был на втором этаже. Окей, поболтаем. Лололошка, ну наконец-то, где ты пропадал? Пасхалку активировал. Мы тут собрались чуть ли не всей базой. Только друзья Гектора решили отдохнуть и отсидеться в комнатах. Да уж, лучше бы я их не звал. Ладно, не суть. У нас отличные новости. Как я уже сказал, мы собрались здесь все вместе, чтобы обсудить лучше. План. Хороших идей было не так много, как хотелось бы. Но это отчасти компенсировалось количеством. Нас ведь много. Все вместе мы придумали безотказный план, как победить Варнера. О май гад, наконец-то! Даже Акула, как видишь, решил к нам присоединиться. Если честно, я не заметил. Так, нужно поскорее вести тебя в курс дела. Давай по порядку. Какая единственная вещь в нашей вселенной может что-то противопоставить такому могущественному существу, как Варнер? Наверное, печать света. Правильно, печать света. Да-да, я все знаю. Это то, к чему мы стремились все это время. Проблема лишь в том, что, как ты помнишь, чтобы извлечь магию из печати, нам нужен объект размером с реактор снаружи. По крайней мере, я так считал. До этого момента. Оказалось, наша технология далеко не совершенна и в целом морально устарела. Нет, конечно, ее разумно использовать в масштабах целого города, но никто ведь и не знал, что существуют и другие способы извлекать энергию. Мы как раз нашли один из таких. Если быть точным, это сделал я. Именно. Я осмотрел гигареактор, разобрался в его строении и, кажется, мне удалось воссоздать что-то подобное, но гораздо
меньше. Я назвал это световой микромост. Не самое оригинальное название, будем честны. Зато какое понятное. И лаконичное. Так вот, микромост имеет кучу недостатков по сравнению с обычным мостом. Его размеры вносят кучу неудобств. И я пытаюсь их исключить, но для этого нужно время. Которого у нас нет. Радиация уже накрыла обычный мир. Находиться там совсем небезопасно. Кулон, то есть амулет, еще сможет сдерживать ее некоторое время, но эффект забвения силен как никогда. Нужно поторопиться, а иначе... Иначе ничего хорошего точно не произойдет. Эх, не будем о плохом. Верно. Возвращаясь к нашей дискуссии, как я сказал, микромост имеет множество недостатков. Работа над ним все еще идет, но кажется, ее уже пора завершать. Да, действительно пора. Нужно дать задание Лололошке. Хорошо, тогда сейчас... сейчас, да. А? Эх, как всегда, ушел в себя, не досказав мысль. Что ж, Лололошка, тогда позволь мне рассказать, как именно мы применим этот мост. Как я сказал, у нас есть план, которого мы должны придерживаться. Понятное дело, что одной лишь печати и моста недостаточно. Чтобы магия из печати возымела хоть какой-то эффект, мы должны ее направить, сфокусировать. Чем точнее будет эта фокусировка, тем сильнее будет удар. Чтобы пробить защиту Варнера, нам нужна энергия колоссальных размеров. И настолько большое ее количество сфокусировать очень трудно. Как минимум, несколько часов мы потратили на обсуждение структуры линз, концентраторов и фокусировщиков, которая смогла бы справиться с таким объемом. Пока изначально волшебник не предложил кое-что другое. Он кардинально изменил нашу идею. Изначально мы рассчитывали создать какой-то прибор объемом не больше кубометра. А мысль изначального заключалась в том, чтобы использовать оружие, заряженное силами печати. Он хотел использовать твой пробужденный рунный меч. Да ну нафиг, я все это время его ношу с собой. Объединить его с печатью и микромостом, чтобы получить нечто под названием Клинок Света. Поначалу мы тоже не совсем поняли, что он имел в виду, и, мягко скажем, относились скептически. Но оказалось, что идея была не то чтобы неплохая, она была просто прекрасная. Я бы даже сказал, в каком-то роде гениальная. И название у нее хорошее. Клинок Света. Мощно звучит. Как по мне, слишком пафосно. Ничего-ничего, так и должно быть. Так вот, понятное дело, что обогатившись силами печати, клинок возымеет невероятную для меча силу. Однако, это не будет и каплей в море той мощи, что она может дать. Клинок будет иметь две способности — суперудар и мегаудар. Но здесь-то мы и встречаемся с недостатками микромоста. Дабы использовать суперудар, потребуется, как бы это назвать, заряд. Этот заряд будет постепенно восполняться в ходе сражения с магическими существами. Я точно не знаю, как это работает, все же над этим работал изначально волшебник, но суть, кажется, передал. Так, о чем это я? Ах, да, суперудар. Если в общих чертах, то это, можно сказать, и есть то высвобождение энергии печати, о котором я говорил. Говорил ведь? На самом деле, он использует лишь 10% от общей массы энергии, которую способен пропустить через себя микромост. А, и еще, интересный факт. Он отлично подходит для снятия магических щитов. Слушайте, на самом деле, это очень важные текста, которые отмечены желтым. С помощью этого суперудара мы сможем снимать магический щит. Все, запомнили? По моим расчетам, ни один из известных мне щитов не выдержит прямого попадания суперудара. Ах, уж не знаю, справится ли он с щитами Варнера, но про суперудар можно смело забывать, когда речь заходит о мегаударе. Дело в том, то, что когда мы проектировали суперудар, из-за нехватки времени нам приходилось ориентироваться на самые первые версии микромоста. Он был совсем слабым, раз в 10, наверное. Мы понимали, что каким бы сильным ни был суперудар, чтобы одолеть Варнера, нам нужно что-то мощнее. Что-то, что выплеснет наружу весь потенциал печати. Нет, конечно, весь потенциал выплеснуть априори невозможно, он ведь бесконечный, как-никак. Но то, что нужно что-то получше, очевидно было всем. И тут Лефтерион в самый подходящий для этого момент восклицает: «Эврика!» Он нашел способ улучшить микромост. И это открыло нам новые возможности. Мегаудар обладает намного более сложным механизмом, но сложно посчитать, во сколько раз он сильнее обычного суперудара. Эх, у него остался лишь один минус. Чтобы извлечь такое количество энергии, требуется большое количество заряда. Точнее, суперзаряда. Я так и не понял, как именно он копится. Изначально волшебник так непонятно поясняет. Но одно могу сказать точно. Это очень медленный и долгий процесс. Зал-чародей, кажется, нашел способ, как быстро повысить суперзаряд до максимума, но это возможно лишь в условиях лаборатории. И как ты понимаешь, у нас будет лишь одна попытка, чтобы применить этот суперзаряд. Опа, все, я понял. Если это выделено желтым цветом, то это по-любому супер важно для исхода концовки. И какой она будет? Всего лишь одна попытка. Окей, запомнили. Мы должны будем пробраться к Варнеру и использовать на нем мегаудар. Да, даже это написано желтым. Все, запомнили. План безотказный. Нужно лишь действовать быстро и как-то найти способ пробраться в его покои. Точнее, я ведь уже сказал, что у нас есть план. Нет. Я почти готов его представить. Надо лишь описать еще пару мелочей, и тогда... Тогда-то ты выслушаешь его. Хорошо? О, вот что. Подойди к изначальному волшебнику. Вроде он уже должен был закончить финальный проект клинка. Создай его и отнеси чародею. Он поставит его на зарядку. Как только заряд будет на максимуме, я...
Стоп, я ведь ничего не забыл. Да, все будет готово. Мы... Ох, не верю. Мы сможем одолеть Варнера. Да настанет же конец его диктаторству. Уу, какая крутая фраза в самом конце. Мне аж даже таблетку захотелось вкинуть. Спасибо. Окей, нам сказали идти к изначальному волшебнику. Он, по идее, здесь. Да, здорово. Поболтаем. Лолошка. Ох, давно не виделись. Извини, я бы рад поболтать, но есть еще незавершенные дела. А Гектор торопит. А, кстати, мы тут все перезнакомились. Какое прекрасное собрание магов. Я так много узнаю о других измерениях. Не запутаться бы во всем этом. Ой, опять отвлекаюсь. Ты, наверное, за чертежом. Клинок света. Хе. Надеюсь, Блэк рассказал тебе все в мельчайших подробностях. О, поверь, и даже больше. На, держи. Будь аккуратнее при сборке. Особенно, когда вставишь печать в слот. Некоторые стабилизаторы иногда барахлят и включаются буквально на миллисекунду позже. А это неизбежно ведет к дестабилизации. И, ну ты знаешь. Взрыву! Все, прости. Еще целая туча дел. Хорошего дня. Спасибо огромное. Итак, мы получаем чертеж. Клинок света. Записка с рецептом. Прописываем клинок света. Ух ты, какой красивый, даже немного анимированный. Заряд 0 из 100. Мегазаряд 0 из 100. 29 урона. Стоп, это что было? О, акула! Привет! А чё это ты просто ходишь по базе, поболтаем? Ась, Лолошка. Ах, прости, сейчас очень занят. Блэк сейчас записывает план, который мы все вместе обсуждали. А от меня там требуют такие знания. Я хоть и инженер, но... Ну не маг же. Не доводилось работать с магическими системами защиты. Вот, сижу тут, читаю. Еще и в напарнике поставили какого-то странника. Постоянно непонятные звуки издает. Ах, ну вроде хоть что-то в магии смыслит. Вроде бы мне сказал, что уроки у чародея брал. А, я понял, о ком речь. Скорее всего, это зал-травник, который все время кричит «Глорп!». Эх, вот бы чародей был моим напарником. Из нас бы такая отличная команда вышла. Ладно, я лучше продолжу читать. Все-таки не так скучно, как я думал. Хе-хе. Отлично, все заняты своим делом. О, Линда, привет. Ты вроде бы там стояла. Ну-ка. Лолошка, куда же вы пропали? Неужели вернулись в свой мир? Гектор говорил, там опасно. Ах, мы, как видите, с детьми тоже помогаем, чем можем. И у нас даже есть своя роль в этом, как его... Плане. Точно. Понятия не имею, как Гектор меня уговорил. Я ведь была против. Ну как можно оставить детей одних? В огромной лаборатории. А потом так и вообще выяснилось, что он хочет взять их с собой. Видимо, без этого и правда никак. Его друзья оказались беспечными трусами. Сказали, мол, спасибо за спасение, но помогать мы вам не будем. Ну и что теперь? Не выселять же их. А мы их на день рождения звали. Вот. Теперь отдуваемся. Ага, понял. Карл, Дина, поболтаем? Нет. Я так понимаю, то, что многие ненавидят соседей, а точнее друзей Гектора. Те самые друзья, которые сидят в этой комнате. Привет. А чё это мы отлыниваем? Поболтаем? Не поболтаем. Просто засели и ждут спасения. Такие, знаете ли, чуть что примкнут к Варнеру. Но не будем о плохом, будем о хорошем. Здравствуйте, мама. С мамой волшебника не поболтаем. Здесь никого. Тут тоже пусто, пусто. О, а ты кто такой? Тоже друг Гектора, понял. И еще один демонический жнец. Но ни с кем поболтать нельзя. Еще раз здравствуйте. Поднимаемся на второй этаж и, возможно, здесь залы. Да, привет, травник. А? С тобой не поболтать? Блин, это немного обидно. Так, а с тобой? Тоже не поболтать, только торговля. А с вами? О, что? Я думал то, что мы уже все обсудили. Это... как же так? А? Лолошка? Разве я не говорил, что я за... Печать! А, ох, да! Секунду. Стоп! Но разве она не должна поддерживать это измерение? Ха, забавно. Должна, конечно. Но как бы ты иначе создал меч? Ты ведь не думаешь, что мы этого не предусмотрели? С помощью светового моста из печати можно извлекать невообразимое количество энергии. Так мы и сделали. Использовали огромные батареи, чтобы накопить энергию в виде электричества. Благо, они остались на складах еще со времен Соколов. Кажется, они предназначались как для реактора. Этих батарей 100% хватит, чтобы питать измерения ближайшие... 207... Сколько? Ха! Ладно, этого даже я не ожидал. 207 лет. Неужели печать света реально столько энергии выдает? Какая же она мощная? Уж не знаю, для какой цели соколам нужны были батареи такой емкости, учитывая, что и занимают они чуть ли не целый отсек. Но нам это сыграло определенно только на руку. Печать быстро заполнила их на максимум. Правда, мост работал на запредельной скорости. Но ничего же плохого не случилось, верно? Конечно, при конвертации часть энергии все-таки пропадает, но она ведь для нас теперь столь ничтожна, так что можно и не разбираться. Так вот, печать. Держи. Все, я опять отвлекся. Занимайся клинком, а я пока закончу план. Удачи! Погоди, а я так понимаю, то, что печать света я должен был понять из этого крафта, да? Да! А я просто даже сначала не посмотрел сюда! То есть я бы в любом случае подошел к доктору Блэку. Перепроверяем. Печать света есть. Магический клей есть. Пробужденный меч есть. Нет только сплава дракона стали. Когда-то давным-давно мы его использовали, чтобы сделать супер усиленную кирку. Но это совсем другая история. Так вот, сплав дракона стали потребуется каждый слиток дракона стали. И громовой, и ледяной, и огненный.
Дело сделано. Каждый слиток готов. Забираем, объединяем и понимаем то, что все зачарования не передаются. Оружие бой 80. О, как хорошо, что у меня все прокачано. Заряд 0 из 100, мегазаряд 0 из 100. Забираем. Ну и что же получается? Надо зачаровать, но делать мы этого пока что не будем. В моих руках сама мощь печати света. Телепортируемся на базу. А что же делать теперь? Надо отдать меч тебе? Привет. Поболтать не получается. Если кинуть, тоже не получается. Возможно, отдать доктору Блэку. Тоже не получается. Да что такое? Я вспомнил. Доктор Блэк сказал отдать чародею. Забирай. А? Что это? А, клинок. Уже? Хм, да, я... Я сейчас. Спасибо. Что-то не так. Ты какой-то паник. Да, я... Тут так много людей. Разных существ. Травнику как-то заметно проще. Но ничего, ничего. Я привыкну. Меч заряжается, а значит, осталось не так много времени. А, все, надо просто подождать? Серьезно? А куда ты меч-то делал? Я думал, что тут будет какой-то контейнер. Ты положишь. Это что такое? Доска? Вау. Стоп! Я могу чертить символы? Ха-ха, офигеть! Стоп, стоп. Ой. Ребят, я... Надеюсь, ничего страшного, да? Блин, я надеюсь, реально ничего страшного, то, что я это сейчас стер. Сундуки заперты, заперты, заперты. Да, и меня все еще не покидает чувство, что я что-то сделал неправильно. Эй, травник, поболтаем? Нет. Доктор Блэк, я все сделал. Не поболтаем, тоже не поболтаем. Линда, дети, дети. Лафтерион, изначально волшебник. Нет, ни с кем нельзя завести диалог. Доктор Блэк сказал то, что огромные батареи зарядились на 207 лет вперед. Вполне возможно то, что сам меч зарядится тоже быстро. Сундуки, кстати, могу открыть? Нет, 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 все заперто. Тоже заперто. Домой? Нет, нет, и еще раз нет. Просто ждать мы не будем. Прямо сейчас у меня огромное количество изумрудов, и я готов потратить на выносливость сотого уровня. В данный момент 98.3. 32. Покупаем кристаллы навыка выносливость. 5, 12, 18, 30, 42, 60, 64. Ровно 100 кристаллов навыка. Умоляю, Майнкрафт, хоть бы этого хватило. Начинаем использование и прокачка поперла. 98, 99 и, пожалуйста. Да, по-моему, хватает. Более чем хватает. Да, мы прокачали сотую выносливость. Поздравляю! Впервые за историю мы наденем нагрудник самого лучшего сета. Нагрудник Зейта. Когда надето, плюс 25 брони. Дабы надеть, требуется выносливость 100. Надеваем. И от того, какой мы красавец, офигеваем. Да, это определенно того стоит. Частички брони все заполнены. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ТП на базу. Снова здравствуй, как дела? Нельзя поболтать. Линда, акула, изначальный. Лолошка, ты здесь? Клинок почти зарядился, и план готов. Я уже рассказал всем, остался... Ах, только ты. Итак, в чем же заключается наш план? Слушай внимательно. С чего бы начать? Давай по порядку. Прямо сейчас наша, а точнее твоя задача, собрать ингредиенты для ритуала. Все заняты финальными приготовлениями, а ты... Ну, тебе можно доверить работу такой важности. Это так точно. Ты, наверное, спросишь, что за ритуал такой? Я разработал его сам. Точнее, Гектор помогал мне. Или... ладно, это я помогал ему. Этот ритуал должен перенести души каждого из нас в определенную точку в Арнире. Всех сразу расставить на свои места. Я использовал карту робота, которого ты оставлял в Арнире, чтобы понимать, куда и кого расставить. Довольно удобная штука оказалась. Жаль, я сразу не додумался ее расписать. У нас возникла лишь одна небольшая проблемка. Арнир просто перепичкан разного рода защитными заклинаниями. Особенно центральная крепость. В частности, внутрь Арнира откуда-то снаружи телепортироваться не получится. Нужно проходить через охрану. Я нашел уязвимость в одном из таких заклинаний и использую ее, чтобы пробить брешь в районе крепости. Странно, что она оказалась именно там, но это все лишь нам на руку. Прямо к замку телепортируют лишь двоих. Акулу и зала травника. Вдвоем они проберутся в крепость и отключат большинство защитных барьеров. Благо, устройство многих из них мне известно. Однако, неизвестно устройство определенного противомагического заклинания, которое удалось обнаружить при тщательном рассмотрении магической структуры, которую, в свою очередь, я также получил с робота. Полагаю, это заклинание активирует некого рода тревогу или еще что похуже. В общем, нельзя допустить, чтобы оно сработало. К сожалению, акула и травник смогут отключить лишь те барьеры, о которых известно на данный момент. А значит, отключать противомагическое заклинание придется кому-то другому. Анализ его магической цепи показал, что это заклинание не из простых, а значит, чтобы наверняка все получилось, нужно как минимум 3 продвинутых мага. Кто знает, может это вообще проклятие, скажем, уровня 5-го или вообще 7-го. В общем, я, Гектор и Лафтерион должны будем также пробраться в замок, но делать это придется вручную. Отворот. Мы втроем будем под заклинанием магической невидимости. Большинство
большинство заклинаний, и, конечно же, человеческий глаз нас не увидит, но звуки, издаваемые нами, ну никак не скрыть. Поэтому кто-то должен будет отвлекать прохожих на пути нашего следования. Я подумал, что для этой роли наилучшим выбором будешь ты, Лололошка. Просто иди рядом с нами и в нужный момент говори со всеми встречными, чтобы нас никто не заметил, хорошо? Как только мы доберемся до замка, противомагическое заклинание будет выключено в считанные минуты, а может даже и секунды. Это я тебе гарантирую. Каждый из нас прочитал тучу книг про самые разные их виды и способы их отключения. Разве что, если охрана на входе в замок что-то заподозрит, возможно, придется чуть их поотвлекать, пока мы не отключим заклинание. Но как только это произойдет, мы сумеем телепортировать тебя ко входу, наложив все ту же невидимость. Так что если отойти перед телепортацией в укромное местечко, то охрана не должна ничего заподозрить. И здесь начинается самая важная часть твоей миссии, Лололошка. Клинок света все это время будет у тебя. Противомагическое заклинание хоть и работает очень выборочно, не знаю как именно, но что-то мне подсказывает, что оно быстро среагирует, будь это клинок у кого-то из вас. План может обернуться крахом, а потому клинок света доставишь ты. Войдя в замок, пройди по единственному коридору. Мы сами найдем тебя и вместе отправимся в покой этого мерзавца. Анализ данных с робота показал, что Варнер бывает в замке нечасто, но каждый день ровно в полдень приходит в обеденный зал. Уж не знаю, принимает ли он там пищу или делает что-то другое, но нам это не важно. Важно то, что именно в это время мы застанем его врасплох. Ворвемся вчетвером, используем мегаудар клинка света и покончим с этим раз и навсегда. Фух, эмоциональный рассказец выдался. Что ж, надеюсь, все ясно? Или мне все же стоит повторить порядок? Ну, давайте подумаем. Нам нужно сейчас вместе, под заклинанием невидимости у этих троих, пробраться через огромную ораву жителей, с каждым поговорить, каждого отвлечь, дойти до крепости и ждать, пока Гектор, Доктор Блэк и Лафтарион будут отключать противомагическую защиту. Конкретно в этот момент я буду отвлекать стражу. После этого я ухожу в укромное местечко, и меня телепортируют под невидимостью. Потом мне надо будет пройти по единственному коридору и встретиться с Варнером. Ну, на всякий случай, давайте нажмем. Ну хорошо, смотри. Сейчас, пока клинок дозаряжается, ты собираешь ингредиенты для нашего ритуала. А, да, еще же ингредиенты, точно. Далее, действие первое. Как только меч дозарядится и ритуал будет готов, мы все активируем его и телепортируемся каждый на свое место. Акула и травник ко входу в замок. Я, ты, Гектор, Лафтарион, чародей и изначальный ближе к Карнирским вратам. Линда и дети в укромное место у стен Арнира. Как я умудрился забыть рассказать про последних четырех? Так или иначе, Линда с детьми будут следить за обстановкой, докладывать, если что не так, и мониторить ситуацию. А, чуть снова не забыл. Еще они помогут с планом Б и планом отхода, если что-то пойдет не так. А вот с чародеем и изначальным волшебником поинтереснее. Они будут поддерживать все заклинания, будь то заклинание шейпшифтинга или магической невидимости. Или, к примеру, заклинание уменьшения, чтобы гигантские лапища Лафтариона не устроили грохот на весь город. А, во, меня, кстати, это интересовало. То есть он станет маленьким. Всем этим заклинаниям требуется постоянная поддержка, поэтому они будут стоять снаружи города, чтобы, если что-то пойдет не так, экстренно пролить действие заклинания. Тут вроде все. Действие второе. Мы дожидаемся, пока акула и травник доложат о том, чтобы отключили все требуемые защиты, и ждем подтверждения от Линды. Это не должно занять много времени. Действие третье. Как только подтверждение получено, чародей и изначальный волшебник применят на нас все необходимые заклинания, и мы сможем выдвигаться в путь. Действие четвертое. На пути нам встретится охрана и куча прохожих, которые могут что-то заподозрить. Ты, Лололошка, должен будешь всех отвлекать, пока мы, не издавая ни звука, продвигаемся к замку. Действие пятое. Добравшись до замка, мы с Гектором и Лафтарионом отключим противомагическое заклинание. Здесь тебе нужно будет просто ждать или отвлекать охрану, если она что-то заподозрит. Действие шестое. Как только заклинание будет отключено, через 5 секунд мы телепортируем тебя к замку и наложим магическую невидимость. Перед телепортацией убедись, что тебя никто не видит, иначе могут возникнуть, мягко говоря, вопросы. Действие седьмое. Задача — принести клинок к нам. Здесь все просто. Нужно идти по коридору, пока не встретишь нас. Действие восьмое. Задача — победа над Варнером. Здесь, думаю, тоже объяснять не стоит. Название говорит все за себя. Кажется, теперь точно все. Осталось лишь дождаться зарядки меча и ингредиентов ритуала. Думаю, тебе их стоит начать собирать. Подойди к Гектору, финальный список должен быть у него. А я пока прослежу, чтобы все шло гладко. Так, хорошо, Гектор, привет. А? Лололошка? Дай угадаю, нужен ритуал, да? Ох, давненько я этим не занимался, конечно. Ну что же, все приходится рано или поздно вспоминать. Держи, вот список. Пентаграмму я начерчу сам. А, да ладно, я думал то, что мне придется чертить. Прикольно, спасибо. А сейчас мне лучше вернуться к работе. Спасибо за помощь. Спасибо тебе. Да, это круто то, что пентаграмма будет начерчена не мной. И в нашем списке, уф, какие предметы, ё-моё. Кристалл силы. Есть. Блок эндерия. Есть. Эндер жемчуг. Не проблема. Око эндера присутствует. Рок эндер голема. Есть. Эндер смотритель присутствует. А вот яйцо призыва эндермена. О, это что-то новое. Домой. На всякий случай проверяем в нашем сундуке и, возможно, даже будет. Ну-ка. Да ладно! Все! Оказывается, все проще, чем я думал. Телепортируемся. Прошу прощения, где Гектор, где доктор Блэк? О,
Нифига себе! Ты посмотри, что начертил! Здорово! Да, осталось лишь дождаться Лоло... А вот и он. Я смотрю, ты собрал все ингредиенты. Ну да. Клинок света заряжен и... Да как-то не заряжен. А, нет, смотри, мегазаряд 100 из 100. Похоже, все готово. Что ж, это я с кем разговариваю, интересно? Кто это говорит? Ну ладно, будем считать... Что ж? Ну хорошо. Полагаю, настало время окончить это путешествие длиной в жизнь. Все готовы, Лоложка. Но готов ли ты? Фух, ребята, мы всей Аравой телепортируемся к Варнеру. Я готов. А? Что? Да ну нафиг! Смотри, какое предупреждение! Выбор этого действия активирует финальный скрипт. Убедитесь, что воплотили в игре все, к чему стремились, и завершили все сюжетные ветки на желаемую концовку. После выбора этой опции любые изменения не будут иметь силы. Продолжить? Вау! О, блин! Вау! О, блин! О, вау! Так, погоди, надо подумать, надо реально подумать, все ли я сделал. Пасхалки открыли все, спасли вроде как всех, потому что мы реально ко всем подошли, каждого попытались завлечь к себе, со всеми поболтали, даже попытались с друзьями Гектора, поэтому выбор очевиден. Я отвечаю «Да». Идеально. Мы можем начинать, я полагаю. Всем все ясно? Есть у кого вопросы? Отлично. Начинаем. Лоложка, выкладывай ингредиенты на пентаграмму. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7. Вот это, кстати, забираем. Еще раз, 7. И, наконец, 8. Момент истины, друзья. Сейчас или никогда. Лоложка, клади катализатор. Что ж, кристалл силы. Кристалл силы. Силы, кристалл. Не понял? А в чем прикол? Тьфу ты, ну ты лапки гнуты. Кристалл силы, оказывается, нужен был другой, красный. Бам! Ритуал активирован. Пошел процесс. Я очень надеюсь, что ничего не собьется, потому что, как мы помним, некоторые моменты такие случаются. Слушайте, а я с кем-то поболтать еще могу? Ну, хоть с кем-нибудь. Нет, только поторговаться могу. Все, ждем, ждем, ждем. Просто ничего не обрезаем, никакого монтажа. Мы должны посмотреть, как это выглядит. Итак, 3, 2, Ритуал завершен. Вау! Меня телепортировало. Какой маленький дракон! Смотрите! Ну вот мы здесь. Вы как, все хорошо? Да. Ого! Да! Вполне. А ты, Лоложка? Вроде да. Отлично! Значит, ритуал сработал без побочных эффектов. Мы... я думал, мы будем чуть ближе. Хотя, с другой стороны... Значения не имеет. Сейчас мы должны дождаться сигнала акулы и травника. Ждем. Фух, что-то я разволновался. А вдруг... вдруг что-то пойдет не так? Заклинание сломается, связь оборвется. Или... или я что-то забуду. Постой-ка! Связь! Черт, чуть не забыл. Лоложка, модуль связи. Акула вместе с изначальным работали над ним. Было дело. Это что-то вроде жучка, чтобы мы могли слышать друг друга, но на уровне мыслей. Вау. Это нужно, чтобы не привлекать внимание. Не волнуйся, передается не каждая мысль, а лишь те, которые ты хочешь передать. Держи, надень. Модуль связи. Как его надеть? Вот сюда? Куда мне его надеть? Сюда, сюда, сюда? Я не понимаю. Мне нажать просто? Мне просто нажать. Подключение успешно завершено. Как я вообще мог забыть отдать тебе твой модуль? И что было бы, если бы сейчас не вспомнил? Ладно. Ладно, не будем о плохом. У нас все получится. Все обязательно получится. Мы! Акула и травник отключили требуемые системы. Движение разрешаю. А? Вы слышали? Уже? Черт, это произошло быстрее, чем я думал. Блин, какой маленький дракон. Это так прикольно. Нужно выдвигаться, времени нет. Стой, нет. Нельзя торопиться. Нужно делать все обдуманно. Ведь всего лишь один неверный шаг и... Вы там готовы? Да, нужно ускоряться. Ситуация может поменяться в любой момент. Вот-вот. Нет, 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 сейчас. Дайте мне проверить. Лоложка, используй Силенция Бруно. Точно, надо стать горбатиком. Силенцио Бруно. Все. Я горбатик. Так, теперь наша очередь. Чародей, волшебник, вы знаете, что делать. О, что происходит? Ох, я жутко волнуюсь. Блэк, брось, все у нас получится. Вспомни, зачем мы все это делаем. И что будет после? Он прав, сейчас не время бояться. О, Лафтарион тоже переделывается. Каждый из нас имеет свою причину ненавидеть Варнера. Это объединяет нас. Так отбросьте же, наконец, все сомнения. И воплотите наши давние мечты в реальность. Он должен получить по заслугам. За Рейтариона. За Лоложку. За родителей. За этот мир. Кажется, сработало. Нельзя больше медлить. Нужно выдвигаться. Ой, стоп. Это мне за этими маленькими частичками надо идти. Стой, 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 стой. Частичка, стой. Ой, маленькая частичка, господи. Все, я понял, надо за частичкой идти. Я же могу потерять легко. Частичка, частичка, идем за частичкой. Главное не... Ой. Стража, стража. Так, вот они, все три частички стоят здесь. Это у нас Лафтарион, это Гектор, это Доктор Блэк. Все, я должен отвлечь стражу. Здравствуйте. Здравствуйте, я горбатик. Я горбатик, я нормальный. О, я все же могу поболтать. Любой вход и выход под строжайшим запретом. Указ господина. Здравствуйте. Я потерял своего коня. Не видели его? Коня? Вроде нет. А как он выглядит? Он белый с черными пятнами. На нем красное седло и уздечка. Нет. Если вдруг увидим, привяжем где-нибудь. А ты пока у жителей поспрашивай, вдруг кто видел. Все, нас больше не отвлекай. Нам работать надо. Пока. Все, ребята, идем дальше.
Идем дальше, с тобой поболтаем. Приветствую. Здравствуй, незнакомец. Хотел чего? Да нет, я вот... А как у вас дела? Я просто представляю, как сценаристы это писали. Господи, нам нужно что-то придумать, какой-то диалог, самый тупой. Давайте вот это. Это просто охрененно. У меня? Ну, нормально вроде. А тебе что? Ничего, погода сегодня супер, не так ли? Погода? Ну, если тебе нравится огромное палящее солнце, то... Да, погодка неплохая. Но какой бы она ни была, все портит головная боль. Ох, как я от нее устал. А, головная боль, да-да-да. Ну, вы не унывайте, а я пойду. Пойдешь. Ну да, давай. Пока, что ли? Слушай, а если я дам тебе таблетку, вот чисто по приколу? На, не могу. О, идем дальше. Так, наверное, теперь надо поговорить с этим чуваком. Здравствуйте, можно с вами поболтать? Со мной? Конечно! Я люблю общаться с людьми. Правда, они почему-то говорят, что я болтаю, не закрывая рот. И пустозвоном называют. Бред, правда? Вы... Сущий бред! Да мои истории сам Арнир с открытым ртом слушал. Стоп, сам Бог тебя слушал? Ну да, ну да. Хочешь, расскажу одну? Ну ладно, мы тебя отвлекаем, поэтому да. Ну тогда слушай. Жил-был на свете волшебник. Самый могущественный маг всех времен. У него учились все великие маги, которые известны сейчас. Даже сам господин брал у него уроки. И однажды он... что там дальше-то? Забыл. Ах, слушай, вот что. Ты приходи позже, а я вспомню и дорасскажу историю. Все, давай. Нормально. Так, окей, огоньки прошли. Где огоньки? Куда делись огоньки? Огоньки... Стоп. Куда делись огоньки? И огоньки... А, вот они, огоньки. Так, вот это, с этим, наверное, надо поболтать. Здравствуйте, можно задать вопрос? Отстань, незнакомец, я занят. Всего один вопрос. Вижу, ты не отвяжешься. Ну, валяй. Ты любишь иглобрюх? А, блин, с этого начиналось все, понимаете? Все начиналось именно с этого. Ты любишь иглобрюхов? Что еще за глупости? Как вообще можно любить подобную дрянь? Странный ты. Я все сказал. Уходи. Живо. Ну ладно. Мне тебя всего лишь нужно отвлечь. О, чувак с квестом, попрошайка. Прости, квест это не мое сейчас. Я просто хочу понять, куда мне идти. А, вот они. Вот они, вот они, вот они. Надо за ними идти. Идем. Маленькие частички, я иду за вами. Куда же вы меня приведете? Надеюсь, вас реально никто не видит. Странно, что дракон не рычит. С кем мне надо поболтать? С тобой? Здравствуйте. Как вам погодка сегодня? Ну, здравствуй, милок. Погодка жаркая сегодня, конечно. На улице совсем неприятно. Ни малейшего ветерка. И часто у вас так жарко? На самом деле нет. Погоди, ты сказал «у вас»? Ты что, чужак? Мне уже пройти. Было приятно пообщаться. До свидания, хорошего дня. Сто! О, тут маленький ребенок. Стоп, ты такой уродливый. Угу, ясно, спасибо. Огоньки остановились чуть дальше, и надо, наверное, поболтать с ним. Привет, как у тебя дела? Привет. Как непривычно разговаривать с кем-то, кроме своей семьи. Дела у меня неплохо. Вот только у меня совсем нет друзей. Почему? Видишь ли, я совсем не умею доверять людям. Мне вечно кажется, что меня обманут. И мне нужно много времени, чтобы сблизиться с человеком. Я уже даже не пытаюсь. Знаю, чем все закончится. Оу, мне кажется, тебе стоит все же продолжить поиски друзей. Обязательно найдется тот, кто примет тебя таким, какой ты есть. Ты правда так думаешь? Ты вселил в меня веру, что не все потеряно. Спасибо тебе огромное. Я пойду, а ты не унывай. У тебя все получится. Да, до свидания, незнакомец. Та, окей. Как мы быстро помогаем людям-то, а? Огоньки прошли чуть дальше. Видимо, надо поболтать с тобой. День добрый. О боже, это ты тот странный тип, что всем зубы заговаривает? Что тебе нужно? Хочешь украсть у меня что-то? Нет, я совсем не... Ха, я был бы счастлив, если бы у меня хоть что-то осталось. Но, увы. Так что тебе нужно? Ничего, я просто... Давай без этих твоих отговорок. Не прокатит. Не сейчас. Не со мной. Иди лучше отсюда по-добру, по-здорову. Пока я не вызвал того, кто тебе на все вопросы ответит. Да, хорошо, без проблем. Я просто вас немножко отвлекаю. Огоньки остановились здесь. Здрасте. Привет, как настроение? Ну, привет. Настроение? Хорошо. Ой. Сори. Болтать с каждым это, конечно, тот еще трэш. Хотя, блин, а вдруг он сказал что-то важное? Эх, ладно, узнаем после. Здрасте. Здравствуйте, милая дама. Как проходит ваш день? Молодой человек, в нашей семье счастье. У нас родился мальчик, здоровый, красивый. Ах, какой мальчик. Мы с мужем так долго хотели именно мальчика. Какое счастье. Да, отличная новость. И, походу, последний, и мы доходим до самих стражей. Ого, поздравляю! Подожди, с чем поздравляю? Спасибо, спасибо вам! А знаете что? Приходите к нам на застолье! А, это муж той самой жены, у которых родился ребенок. Я понял, господи. Я сначала думаю, чё? С чем я поздравляю? Я еще не знаю, когда оно будет и где, но я вас найду и обязательно сообщу. Мы будем вас очень ждать. Мне пора бежать, а вы не уходите далеко. До свидания, до свидания! И вот мы дошли до самого главного, крепость. Гектор, Лафтерион, Доктор Блэк, надеюсь, вы готовы? Здравствуйте! Стоять!
Офигеть! И долго ты будешь тут ошиваться? Сколько раз тебе говорили, хода нет, не по крови тебе во дворце расхаживать. Я не совсем по этому поводу. Не по этому? А по какому же? Поведаешь? Просто хотел узнать, как у вас дела. Ой, ну раз уж ты спросил. Отлично, знаешь ли. А когда такие, как ты, не пытаются во дворец пробраться, вообще прекрасно. Стоишь себе на свежем воздухе, о своем думаешь, медитация. Еще бы голова не болела. Иди лучше, мне здесь еще часов 12 торчать. Еще знаешь, сколько таких, как ты, будет? А то болтаю с тобой, а вдруг кто-то во дворец прорвется. Все, бывай. О, Лефтерион, Блэк и Гектор вошли в замок. Лолошка, ожидайте телепортации по команде. Я понял, все, по команде я должен спрятаться где-то здесь, да? Я спрячусь за этим деревом, возможно, даже за фасадом этого здания, хотя нет, там все видно. Спрячемся здесь, идеальная локация, чтобы меня никто не заметил. И как долго мне нужно ждать? Я все еще горбатик, не Лолошка. О, противомагическое заклинание отключено. Лолошка, подготовьтесь к телепортации через 5, 4, 3... А, что? Я телепортировался, и я невидимый! Я невидимый! У вас все в порядке? Линда? Лолошка, ты слышал это? Будто что-то случилось. Кстати, реально, Линда сказала всего 3. Она не сказала 2 и 1. Походу, с ней что-то произошло. Сейчас нужно сфокусироваться на поиске друг друга. Лолошка, проходи в коридор. Коллеги? Мне кажется, или наши заклинания постепенно спадают? Что за... И правда? Что случилось с чародеем и волшебником? Разве они не должны... А, что происходит? Фак! Что происходит? А, я не могу двигаться, ребят, если что, не могу... Так. Кто это к нам пожаловал? Неужели сам Лолошка со своими друзьями? Ха, какая честь. Какая ирония. Вы только поглядите. Сам упал в мою яму. Так еще и друзей своих захватил. Полная безнадега. Лолошка, чего ты медлишь? Мега удар скорее. Стоп, что? Варнер! Вау! Что? Мега удар! Мега удар! Мега удар! Мега удар! Получай! Что? Ха-ха-ха-ха! Полегче, джентльмены! Мы ведь даже еще не познакомились! Стоп! А какого черта? Я не нанес удара! Чего же вы так сразу да с ножами? Мы ведь культурные люди. Может, вина хотите? Я как раз собирался обедать. Мы можем, ну знаете, поговорить, обсудить. Нечего здесь обсуждать! Ты хладнокровно прикончил моего брата! Ты безжалостный убийца! И я заставлю тебя за это Молчать! Кто давал вам право говорить? Вас не учили, что перебивать плохо? Еще слово и... Простите, на чем мы остановились? Ах, да, сам Лолошка изволил явиться в мои владения. Чем же я обязан такому визиту? Собирался прикончить меня? Не иначе. Уж сколько попыток было, и никто не заходил так далеко. Но здесь ведь и случай особенный. Мне было интересно, к чему же это все приведет. И вот, очередная игра разума завершена. Кто же победитель? Я. Все ваши шаги я знал наперед. Все ваши действия были известны мне еще при рождении. Неясно мне лишь одна вещь. Ваш мотив. Все вы сейчас находитесь здесь. Кто-то имеет личные причины меня ненавидеть, кто-то просто присоединился, потому что его попросили. Но в чем смысл? Зачем играть, если знаешь, что проиграешь? Лолошка, тебе есть что сказать? В жопу иди! Ой. А, ой! Повелитель времени, вершитель правосудия, владыка пространства. Это же те самые фразы! Именно этот ответ появляется, когда ты открываешь все пасхалки. Ну, конечно, это. New Gen Story. Выбор этого варианта ведет к пасхальной концовке. Перед просмотром пасхальной концовки крайне рекомендуется сначала пройти сюжет на обычную концовку. Продолжить? А, нифига, погоди. Блин, нет, тогда не продолжить. Блин, стоп, ну... Ну, блин, короче, вы поняли. Стоп! Вы это видите? Справа Горбатик, а слева Верона! Ема, я только сейчас заметил! Так, короче, предлагаю, знаете, как сделать? Мы сейчас пройдем на вот этот вариант. Наша цель — окончить твое существование. Но если на этом ролике наберется 200 тысяч лайков, я уверен, то, что вы захотите, я уверен, то, что вы можете это сделать, я обязательно сниму видео, где выберу первый вариант. Наша цель — окончить твое существование. Все, что ты делаешь, это чистое зло. Высасываешь силы из собственного народа. Используешь их как попало. Все это не только делает тебя ужасным человеком. Это отражается на мире целиком. Неужели ты не видишь? Вся вселенная сходит с ума. Исчезающие блоки, слизь, радиация повсюду. Все это твоих рук дело. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Поразительно. Просто поразительно. Хотите сказать, весь этот тернистый путь был проделан только чтобы узнать, что это клевета? Стоп, в смысле клевета? Ох, видели бы вы свои лица. Не знаю и знать не хочу, чьих это там рук дело, что вокруг все ломается. Пока мой новый замок не тронут, мне дела до него нет. Лолошка, каково оно, осознавать, что весь путь был ложным? Не верь ему!
Молчать, я сказал! Людям почти всегда свойственно учиться на ошибках, Лололошка. Но никогда эти ошибки роковые. Ты совершил роковую ошибку, пойдя против меня. И знаешь, такая смешная ситуация. Вот вроде бы обычный паренек. Ничего выдающегося. Очередной глупец, решивший, что может потягаться с моей силой. С такими и диалог стыдно было бы заводить перед смертью. Но ты, у тебя есть секрет. Сам расскажешь или мне позволишь? Секрет? Что? Ты не из этого мира, Лололошка. Что-то оберегает тебя от смерти в нашей вселенной. Я мог нанести сколь угодно увечий, но смерть твоя бы не настала. В тот момент я даже на секунду засомневался в своей силе, знаешь ли. Все твои друзья — полное ничтожество по сравнению с тобой. Они не несут никакой угрозы. Они так, лишь второй план. Что-то второстепенное для тебя, не так ли? Нет, Лололошка не такой! Правда? Назови хоть одну причину, почему он должен тебя ценить. Я его друг! Друг? Ха! Разве настоящий друг может предать? Ты работал на меня. Ты использовал его доверие, чтобы воплотить свою задумку. Ты лишил его возможности коммуницировать с драконом. И после этого называешь себя его другом? Довольно. А ты чего? Ничем не лучше. Предал собственный народ, украв могущественный артефакт. Да каждый из вас рассказывает всем о себе только сладкую ложь, неловко пряча за спиной горькую правду. Вопрос лишь в том, кто слепит из этой правды нож. Ну? Кто еще желает назвать себя его другом? Я! Вам, кто рот раскрывать разрешил? Вы наказаны! Я его друг! Что ты несешь, бестолковый серый мешок? Я его друг! Лололошка хороший человек! Он намного лучше тебя! Да как ты смеешь ко мне так обращаться? Что с ним сделали? Иди! Давай, иди к нему! О, горбатик! И не возвращайся больше! Бесполезная ты швабра! Еще кто-то? Может и ты, Верона? Может ты тоже вдруг возомнила себя его другом? Взяла, перепутала фрагмент с муляжом! И ладно бы только фрагмент! Она и лаву с водой перепутать умудрилась! Теперь я понимаю, почему ты ведьма-неудачница! Ни один из вас не его друг! И никогда им не будет! Мне не нужны твои друзья, Лололошка! Что за... Эй, нет! Считай, я прощаю их намерения. Но ты... Тебя я отпустить не могу. Теперь я знаю, как пробить твой барьер неуязвимости. Эта игра завершится моим триумфом. Все закончится, Лололошка. Все закончится здесь и сейчас. Тебе не победить. Твоя мощь не сравнится с моим могуществом. Кристалл подо мной дает мне силу в этом измерении. А, во, вижу кристалл реально. Прими же свою кончину быстро. Во, что? Я... What the fuck происходит? Что происходит? Какого черта? Кристалл делает его сильнее. Нужно найти способ его разрушить. Так, погоди, я обжигаюсь о пол, гребаный. Щит не дает подойти достаточно близко, чтобы сломать его вручную. Кажется, кристалл чувствителен к освещению. Стоп! Я пока это читаю, умираю очень жестко. У меня уже две строчки хп минус. Так, тихо. Кушаем. Фак! Так, я летать могу. Окей, я хотя бы могу летать. Это что такое? Вау! Стоп! Это же я! Это же, бляха-муха, я! Стоп! Это что такое? Осколок зеркала! Ты посмотри, он попадает в это зеркало, и в итоге у меня 5 осколков! Зачем они нужны? Да ну нафиг, мы можем скрафтить полноценное зеркало! Создаем? Кажется, кристалл чувствителен к освещению. Перенаправив мощный поток света в его сторону, можно будет его отключить. То есть сюда, в этот кристалл... Вау, там реально полноценное отражение! Ай, тихо! Это что такое? Надо все понять, надо все изучить. Кристалл какой-то. Не могу его сломать. Если я нажимаю зеркалом, то тоже ничего не происходит. Давай. По-моему, я все делаю правильно. Красное? Зачем мне красное? Что? Я, походу, сделал все правильно. Отключить кристалл? Умно. Но ты не видишь и капли моей истинной мощи. Смирись, наконец. В этой битве тебе не выиграть. Похоже, отталкивающий щит питают стихийные кристаллы по углам арены. Нужно найти способ их уничтожить. Ай, бляха-муха. Хорошо, что у меня регенерация хотя бы хорошая. Если у меня полет заканчивается, то мне больно. Погоди, ну-ка. Кристалл? Нет, не уничтожается. А, у меня идея. Возможно, он должен стрелять по мне. Стоп, он стал другим. У Варнера скин поменялся. О, во. Давай. Нет? Да! Кажется, этот кристалл не реагирует на снаряды подобного типа. Ха-ха-ха-ха. Еще как реагирует. Давай теперь сюда стреляй. Попадешь или не попадешь? Я думаю, да, попадешь. Все, теперь мы отходим. И... Бляха! Нет! Блин, у меня еще и жажда! Вау! Стоп! Да, фаерболами, все правильно. Я стою прямо за кристаллом. Но таким образом они не уничтожаются. А тот-то уничтожился? Да, уничтожился. Че, ты не можешь попасть? Учи, бедненький, Варнер. И это вся твоя мощь? Может быть, кристаллы? А, я понял, кстати. Смотрите, это оранжевый. И сейчас он стреляет по мне разными цветами. То есть именно оранжевый снаряд должен попасть в этот кристалл. Да! Идем дальше, здесь у нас какой? Тоже оранжевый. Давай, оранжевым, пожалуйста, попадешь оранжевым.
Да, красава! Все, он начал стрелять. И я же, получается, мега-заряд потратил. Он постепенно накапливается. Я только сейчас это понял. Посмотрите на него. Отключил отталкивающий щит. Жалкое зрелище. Сними хоть все мои щиты. Я неуязвим к ударам. А? Чтобы победить Варнера, мне нужно использовать силы клинка. Ну-ка. Да, у меня мега-заряд уже 66 из 100. Но они не возымеют достаточно эффекта, если на нем останутся щиты. Это вот эти щиты, получается. Нужно найти способ их снять. Так, а как? Блин, не знаю, мне просто нужно подлететь и убить его. Нет, все не так просто. 284 хп. Что происходит? Кто стреляет? А! Все, зеркалом по нему. Я отражаю зеркалом. Ну! Давай! Не, не помогло. А я думал то, что надо зеркалом. Ага, опять снаряды. Может быть, их надо как-то оттолкать? Нет, их не надо отталкивать. Хорошо, все, я понял. Ой, как же прекрасно то, что у меня вечный стейк есть. Я серьезно, если бы не он, я бы давным-давно умер. Даже с этой броней он так дико пробивает. Стоп! Это что такое? Пол резко поменялся и стал белым. А-а-а! Вы кто такие? Ангелики, пшли вон отсюда! Ай-яй-яй-яй! Они пробивают. Они очень жестко пробивают. Как же хорошо, что я эту броню сделал. Ай, 9 строчек хп. Тихо. 8 строчек хп. Тихо. Все, я понял. Короче, надо бежать и вот так их бить. Бежать и бить. Ой, что это? Так, он опять нацеливается на меня какой-то хренью. Ай, больно, за столб, 5 строчек хп. Судя по всему, я должен убить всех этих миньонов, но походу добром это не кончится. Осталось 2, 1. О, бляха-муха, я чуть не умер. Че ты смеешься? Я же все сделал. Ауч. Так, походу я сейчас умру, у меня проблема. О, эти белые пластины вдруг исчезли. Надо постоянно кушать стейк, чтобы отрегенерироваться. Опа, клинок света заряжен на 100 из 100. Погоди, а как мне в итоге его надо? Все, я понял. Я понял! Давай, мочи его! Кажется, клинок еще недостаточно заряжен, чтобы использовать суперудар. И сразу же появляются миньоны. Заряд 0 из 100. Да, я понял. Короче, мы тот мега-заряд пропустили. Помните, когда мы были в комнате? Мы ударили по Варнеру, но он в итоге просто отразил этот мега-удар. Теперь, по всей видимости, этот мега-заряд нужно заново накопить. Так, хорошо, а как обычно заряд копится? 0 из 100. Допустим, я убиваю одну Ангелику, и в итоге 15. Все, понял. А, у меня полет кончился. Регень. Пожалуйста, регень. Я не хочу умирать. Это, блин, босс-файт, понимаете? Финальный босс. Нет. Твой луч не догонит. Фак. Пожалуйста, нет. Все, живу, блин. Я не понимаю, как мне тебя ударить. Кажется, клинок еще недостаточно заряжен, чтобы использовать суперудар. А, 90. Надо еще одного убить. Все, убил. На. Получай. Надеюсь, я все правильно делаю, да? Мне же вот так надо стрелять. Или вот сюда по кристаллу. Мимо! Нужно было целиться точнее. Я понял, пока луч из меча идет, мне нельзя отводить взгляд от Варнера. Хорошо, допустим. Главное, что я постепенно регенюсь. Обалдеть. Он дыханием дракона начал по мне стрелять. У меня 3 строчки хп. Так, все, заряд 100%. И начинаем палять. Просто стоим на месте. Стреляем. Я снял? Непонятно. Стоп, походу я все сделал правильно. Ни одного щита. Поразительно. Кто бы мог подумать, обычный смертный сражается так, как не все боги сумеют. Насколько душу не чисть, кровь останется грязной. Пускай у меня нет щитов, тебе меня не победить. Моя броня отразит любой удар. Моя кожа неуязвима к любому порезу. У тебя нет шансов, только если ты не... Подожди, что я не... Стоп, мега-заряд 100 из 100! Подожди, то есть я сейчас должен просто навести... Что? Смотрите, что происходит с моим мечом. Он прямо на него наводится. О, нет. Я не мог совершить ошибку. Противомагическое заклинание здесь не работает. А значит... Ложка, стой! Нет, прошу, остановись. Мы сможем править Арниром вместе. Вдвоем, ты и я. Я дам тебе все. Деньги, славу, богатство, власть, собственное измерение. Прошу, нет. А-а-а! Что происходит? Какого черта? What the fuck? Что ты наделал? Идиот! Ты будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь, слышишь? Тем более, что жить тебе осталось недолго. Столкновение двух несоизмеримых сил разрушило их источники. Нет больше твоей печати, не станет и меня. Раз умирать мне, то тебя я заберу с собой! Что? What the... Эй, все сюда! Он открыл глаза! Он жив! Ложка! Ох, как же я рада! Нас всех телепортировало наружу! Мы испугались за тебя! А потом бабах! В замке был взрыв! Охрана потеряла сознание, и мы ринулись искать тебя! Глорп! Нашли тебя в самом эпицентре! Взрыв был очень похож на коллапс целого измерения. Неужели Варнер как-то использовал мое карманное измерение?
Стоп! То есть все это время мы были в карманном измерении. Это что такое? Это какой-то белый куб, смотрите. Что это? Страшно подумать, что было бы, если бы ты остался внутри. Но ведь не остался же. Повезло ему добраться до портала. Самое главное, что он жив. Но постойте, друзья. Что с Варнером? Он... Что произошло? Лолошка, мы победили? Да, похоже на то. Не... Неужели? После стольких лет? Лолошка, после всех наших усилий, ответь мне еще раз. Мы победили? Да, я не уверен, но вроде как мы убили Варнера. Все произошло слишком быстро. Это конец. Настоящий. Конец постоянным мукам и тоске. Конец спешки в желании спасти мир от самоуничтожения. Конец целой вехи в моей... нашей жизни. Целой... истории. Лолошка, ты в одиночку одолел Варнера. Ты сам сделал то, чего многие не могли сделать годами. Ну-ну, неужели наслушался этого придурка? Мы сделали это вместе. Это наша общая победа. И да, вы все правы. Поверить в такое, ну, очень сложно. Так это, что же получается? Никаких больше срочных уходов? Да. Гектор, пообещай мне, что теперь мы будем жить спокойно. Обещаю, дорогая. Никаких больше заклинаний. Будем спокойно жить в нашем уютном домике на берегу озера. Так. И все, на этом диалоги заканчиваются. Погоди, а что мне делать? Мы сделали это. Нет. Отличусь особой оригинальностью и скажу то же, что и все. Я не верю, что это произошло. Этот подонок так долго правил Арниром, а я так много времени провел, пытаясь понять, как его победить, что мне правда трудно осознать, что это правда произошло. Но ты, Лолошка, в который раз скажу, без тебя бы этого всего не было. Да какой этого всего? Без тебя я бы так и жил в своем домике у моря. Без Линды, без Карла с Диной. И так бы и потерял бы, наверное, память окончательно, если бы не встретил тебя. А теперь погляди, мы с тобой победили самого могущественного злодея. Я так устал. И наконец могу хоть немного отдохнуть. Я так долго ждал этого. Спасибо за все. Ты самая большая удача за всю мою жизнь. Обалдеть. Подожди, я все еще не могу в это поверить. Мы победили Варнера. Кстати, знаете что? Варнер, когда мы были в комнате, он сказал то, что я не из этого мира. Эмоциональное обсуждение. А ведь это правда, я не единственный из этого мира. И Варнер правильно сказал то, что я единственный, кто не мог умереть. А Варнер ведь сказал то, что сколько бы он ни насылал на меня бед, я так и не мог погибнуть. То есть он все это время пытался меня убить. Варнер все это время следил за мной. Привет, дракон, что скажешь? Знаешь, Лолошка. Я все думал про своего брата. А стоит ли мои сожаления той боли, которую они приносят? Все произошедшее натолкнуло меня на одну, кажется, совсем очевидную мысль. Незачем жить прошлым. Оно лишь тянет тебя назад. Важно учиться на ошибках, но не тянуть за собой сожаления о них. Настало время мне отпустить своего брата. Я всегда буду помнить о нем. Но пусть его гибель больше не приносит мне страданий. Благодаря тебе, Лолошка, его смерть возымела смысл. Наконец. Новая жизнь. К слову, Арнир сейчас остался без своего главного управляющего органа. Нет ни правящего монарха, не совета. Многие арнирцы слышали взрыв и, думаю, уже понимают, что произошло. Насколько мне известно, Варнера здесь многие не любили, но не решались это сказать. Мне кажется, если мы донесем им радостную новость, скажем так, может, у нас получится возродить совет в новом составе. А вот это, дружище, совсем другая история. Все это наконец закончилось. Никто из нас не может в это поверить. Я уже начал поиски своих родителей. Скорее всего, их заточили где-то под землей, ведь, ну, мой робот не нашел ничего и близко похожего на их сигнатуры. Я очень надеюсь, что с ними все будет в порядке. Пик-пик. Постой, робот 2.0 что-то нашел. Две формы жизни стоят вместе. Иссушающие волшебники, как и я. Сигнатуру обнаружить не удалось, но в Арнире таких, как мы, немного, и шансы велики. Я увижусь с родителями. Лолошка, ты понимаешь? Спасибо огромное. Да без тебя, да ты и сам знаешь. Ё-моё, Блэк, так это же прекрасно. Давай вперед на поиски своих родителей. Так, хорошо, видимо, мы с каждым можем поболтать. Но что это такое? Какой-то огромный белый куб. Какого черта? Стоп! Стоп! А, я могу сюда зайти? Что за... А! What the fuck? Стоп, это же скин Зейта! Здравствуйте, прошу прощения. Снова наступила та самая пора. Пора заканчивать очередной сезон. Наша команда искренне надеется, что вам понравился результат многих часов и бессонных ночей. Неимоверная благодарность Андрею и Самату за то, что дали возможность работать над чем-то поистине масштабным. Этот сезон, пожалуй, был самым сложным как в создании, так и в съемках. На каждый скрипт приходится тратить невообразимое количество времени и усилий, учитывать множество технических особенностей и просчитывать возможные ошибки. Однако порой приходится выходить из зоны комфорта для достижения новых высот. Эх. Мне бы хотелось поблагодарить Самата за то, что в тяжелые моменты был рядом. И именно благодаря его терпению стала возможна реализация самых сложных частей сюжета. Благодарю Андрея за помощь с кодом в трудных моментах, в которых даже опытный программист мог почувствовать себя неуверенно. А также огромное спасибо всем, кто смотрел данный сезон, следил за развитием сюжета и персонажей, всем, кто ставил лайки и выражал свои яркие эмоции в комментариях. Правда, без вас этот сезон не стал бы таким, какой он есть сейчас. Спасибо. Так...
Это один из программистов. А сейчас перед нами сценарист. Тот, кто написал весь сюжет. Ну что ж, вот и подошел к концу этот сезон. Настало время прощаться с так полюбившимися многими персонажами. Честно скажу, все 7 месяцев для меня выдались необычно трудными. Особенно последние 2. В этот сезон была вложена дюжина усилий, времени, пота и слез. А самое главное, души. Во многом через персонажей я также или иначе передавал свое душевное состояние. Свои эмоции. Именно это сделало их живыми. Но как бы сложно мне не было, я рад, что мне удалось довести проект до того момента, где он получил свое логическое завершение. За это время я многому научился, многое понял. Новое поколение в целом сильно изменило меня. Я бы хотел сказать спасибо. Спасибо Зейту, что несмотря ни на что, как и я, не спал ночами, чтобы все успеть. Спасибо Андрею, что правил и корректировал мои идеи и подавал новые. И самое главное, спасибо всем фанатам этого сезона. Бесконечный поток артов, теорий, идей, любое творчество радовало и радует меня по сей день. Это мой самый первый опыт в роли писателя-сценариста. И я поражен, что с первого раза этот проект был обречен на успех. Но поверьте, без вашей поддержки, без ваших теплых комментариев, полных восхищенных отзывов, этого всего бы никогда не было. Именно ваши слова поддержки придавали мне сил идти вперед и не сдаваться даже в самые трудные моменты, когда казалось, что весь проект висит на волоске. Да, такое тоже было. Поэтому если вы пишете комментарии, ставите лайки или даже хотя бы просто смотрите этот сезон, спасибо вам. Спасибо огромное. Надеюсь, со своей задачей я справился и вам действительно все понравилось. И самое главное, помните, дальше больше. Хорошая фраза, хорошая. Блин, у меня прям мурашки идут на самом деле. Ага, а Андрей, походу, не оставил ни единого комментария. Он просто решил оставить свой скин. На самом деле, над сезоном трудилось более чем 3 человек, но очень странно то, что здесь всего 3. Я бы даже сказал то, что это очень странно, потому что здесь должно быть более 10 человек. Но да, все правильно, это самые главные разработчики сюжета. Так, и тут железная дверь, какого черта? Как мне ее открыть? А, тут рычаг. Погоди, а здесь? Ничего, просто рычаг. Хорошо, допустим. Где это я? Куда это я иду, я не понимаю. Что это за белое нечто? Ладно, я просто продолжаю идти. О! Что? Черт! Черт, у меня слезы на глазах пошли. Ребята, я правда в шоке, на самом деле, от того, как завершился этот сезон. Я понимаю то, что я сделал очень грубую ошибку, когда пошел в этот белый куб. Я немного поторопился, потому что мне, скорее всего, нужно было пообщаться и попрощаться с каждым персонажем этого сезона. Я просто зашел в этот куб. Из-за этого есть ощущение некой незаконченности, будто бы что-то резко оборвалось. Но я понимаю, какой путь был пройден. Путь длиною в 7 месяцев. Прямо сейчас... Мне трудно поверить, то, что я снял финальную серию. У меня немного трясутся руки, потому что я понимаю, что... Все, я не могу больше вернуться, я не могу продолжить сюжет, потому что он получил логическое завершение. Я в шоке. Охренеть, что происходит. Фух. Ладно, на самом деле, давайте...
давайте скажу как есть. Этот сезон для меня действительно самый лучший на протяжении всего моего канала. Вся эта сборка, сезон, сюжет, команда, с которой я работал, это как будто вдохновение. В игру, которую мы все так сильно любим, в игру под названием Minecraft, будто бы вдохнули новую жизнь. То, что мы прошли за эти больше, чем полгода, я уверен, никто не реализовывал в Майнкрафте так, как реализовывали это мы. И по правде говоря, могу сказать то, что эти полгода были, наверное, самыми тяжелыми для моего канала. Как физически, так и эмоционально. На самом деле, недосыпов было не просто много, их было очень много. Каждый из команды вкладывал душу в этот проект и жертвовал очень многим, как физически, так и морально, для того, чтобы сделать что-то невероятно годное для вас, зрители. Но при этом, благодаря этому сезону, стало понятно, как именно нужно работать в команде, каким образом нужно настроить тайм-менеджмент, чтобы каждый успевал сделать то, что нужно, ну и самое главное, чтобы все вот эти вот моральные и физические проблемы сошли на нет. Поэтому могу вам с полной уверенностью сказать то, что дальше больше. Да, следующий сезон действительно будет сюжетом. Над ним работа кипит уже не первый месяц, скажу вам так. И, скорее всего, если вы смотрите это видео через неделю, через две, через три, через год, то, возможно, мы прошли еще более сложный путь и сделали еще более годнотейную годноту. Хочу выразить огромную благодарность всей команде. Вы лучшие. Вы реально с первого раза смогли заинтересовать огромную аудиторию всем тем, что сделали с нуля и научились делать с нуля. Низкий вам поклон. В это правда было интересно играть и очень интересно проходить. Ах. Ну а вы, зрители, надеюсь, по достоинству оцените все то, что проработала для вас команда нового поколения. Спасибо огромное за просмотр этого сезона. На этом я и правда буду постепенно прощаться. И если вы здесь впервые, то можете... Блин, я говорю это последний раз в этом сезоне. Если вы здесь впервые, то вы можете поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Лолошка и новое поколение. Дальше больше. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока, пока. Лолошка, Лолошка, я знал, что ты победишь. Одолел, победил господина. Хотя какой же он господин? Разве что Господи кричать теперь будет. Ха, я верил в тебя. Верил, знал, что ты победишь. И помогал, да. Помнишь, господи, Варнер сказал, что Верона перепутала фрагменты. Скажем так, это я ей помог. Хе-хе, только никому. Ладно, если вдруг кто-то узнает, вряд ли произойдет что-то хорошее. Хотя, ай, какая разница. Лолошка спас не только меня. Вылечил от заражения, от магии господина. Лолошка спас всех. Ура нашему герою. И Глобрюхов ему полный аквариум.